Добрый день. Поделитесь, пожалуйста, своими секретами. Здравствуйте. Меня зовут Бахтияр. Я топ-лидер компании Golden Time Corporation. В этой компании работаю. Вот 15 января будет ровно 2 года. За эти 2 года мы достигли определенных результатов. Мы работаем с супругой, как семейная пара. Вот на сегодняшний день мы уже в этой компании достигли, скажем так, звание топ-лидер, это тоже очень немаловажно. А на сегодняшний день партнеры из 19 стран мира работают в нашей команде. Мы за полгода получили 2 машины. И даст Бог, если мы сейчас поедем в Южный Гоа, это будет наша 7-я поездка за границу за счет компании Golden Time Corporation. Здорово. Скажите, пожалуйста, а как вы считаете, какие качества нужны человеку, нужны партнеру для того, чтобы он смог достигать таких результатов? Поделитесь, пожалуйста, своим мнением. Вам помогало? Вы знаете, в первую очередь должна быть уверенность. Уверенность в себе, уверенность в компании. Порядочность. Ну и будем говорить так, ну, своего рода, скажем, человек должен полюбить этот бизнес. Полюбить то, что ты делаешь, идти к цели намеченной. И я считаю, что ну и должны быть какие-то свои личные обаяния какое-то, доверие тех людей, которых ты привел за собой, доверие тех людей, которые в тебе поверили, и ты должен их оправдать. Если ты правильно ведешь за собой эту свою команду, то успех, на успех ты обречен. В первую очередь, в нашей компании вообще это человечная, прозрачная и в общем, красивая компания, красивый бизнес. Я рекомендую всем, кто меня видит и слышит, отбросить все свои сомнения, отбросить какую-то неуверенность, взять все позитивные моменты в жизни и прийти в компанию Golden Time Corporation. Спасибо, такое отличное пожелание. А есть ли у вас какое-то пожелание для партнеров, живущих в интернете, ну вот в канун Нового года? Ну, во-первых, я всех вас поздравляю с наступающим 2016 годом. Пусть этот год принесет больше хорошего, нежели те годы, которые прошли. Но тем, которые живут в интернете, я хочу сказать, интернет – это нет границ у интернета. Вот люди, дружащие с интернетом, могут делать поразительные результаты. Вот есть у нас люди, которые работают, скажем, только по интернету, только по скайпу. Вот я просто хочу привести пример. Наш партнер Вальтиева Ралия, она проживает в Башкортостане, в городе Нефтекамск. Она работает только в интернете и уже 3 раза получила по 1,5 миллиона, 2 раза получила по 1,5 миллиона тенге. И вот недавно получила 800 тысяч тенге. Стала обладателем путевки в Южный Гоа. Поэтому те люди, которые живут в интернете, у вас работа, скажем так, намного... Вам комфортнее и проще работать, чем нам, тем людям, которые работают на земле. Поэтому интернет-бизнес – это своего рода, скажем так, большие возможности тем людям, которые, вот скажем так, сидят и работают по интернету. Благодарю вас, благодарю за теплые пожелания, благодарю вас за то, что вы поделились своим оптимизмом, своим настроем. И спасибо вам большое за сегодняшнее интервью. Всего доброго. Спасибо.